Источники финансирования для выплаты единовременной помощи пенсионерам найдут. Деньги пожилые люди получат до осени, заверил президент Игорь Дадон. По 700 леев власти собираются предоставить тем, чьи пенсии не дотягивают до 3000. Мы дискутат гуверну, дискутат коллеги для гуверна, и этот проект леги ва фи пропус парламенту, и эти бань вор фи агитаци. Кынд? Noi ne dorim mai repede. Depinde cum Parlamentul să voteze acest proiect de lege. Sperăm că la 1 august, la 1 septembrie sau cel târziu la 1 octombrie. 1 октября – это Дзио Интернационала Уамилор Нитати. По словам президента, у правительства сейчас в приоритете выплата зарплат, пенсий и финансирование ремонта дорог. Согласно планам, в течение месяца вся страна превратится в одну сплошную стройплощадку. Чел мы пробовали с вершиту луни июня, инчепуту луни июля, в фикаре сад репарации требуй санчап. Și sper până în octombrie-noiembrie aceste reparații se vor finaliza. Eu știu că oamenii așteaptă acest lucru. В этом году на программу «Хорошие дороги» из госбюджета выделят около 350 миллионов леев. Планируется отремонтировать свыше 900 километров.